Войсковая часть 5526 является правопреемницей 146-го отдельного специального моторизированного батальона милиции внутренних войск МВД СССР. Продолжая славные традиции старших поколений, сегодня военнослужащие части ежедневно выполняют сложные боевые задачи по охране общественного порядка в городе, обеспечивают спокойный сон и безопасность простым гражданам. Образцовое несение службы, выполнение ответственных задач судебного и встречного конвоирования – визитная карточка каждого, кто служит в этом батальоне. Вся воинская часть, все, кто в ней служит, достойные сыновья Родины. Славные продолжатели традиций, те, которые сформированы во внутренних войсках и также на территории Брестского гарнизона. Наш батальон, наша часть, приходят те солдаты, которые мы отбираем, и отбираем мы очень их серьезно, по всем категориям. Во-первых, чтобы было здоровье у них отличное, чтобы они были спортсмены, чтобы они были достойные гражданины, граждане нашей страны. Вот. Ну и по всем морально-деловым качествам идет отбор в нашу часть. На праздничном концерте лучшим военнослужащим войсковой части были вручены почетные грамоты и благодарственные письма за образцовое несение службы. Ветераны и офицеры, прапорщики и солдаты. Сегодня в их адрес звучали поздравления представителей городской вертикали и братьев по оружию. В первую очередь крепкого здоровья, потому что служба она вроде как тихая и спокойная. Бандитов в городе не так много. Но в то же самое время нервы надо беречь, потому что конфликты везде, ругаются все друг с другом. И мира, любви и понимания. Здоровье – это семейное благополучие. Каждому военнослужащему, который служит в этой части срочной службы, чтобы он отслужил свой положенный срок, чтобы родители его гордились тем, что он служит в этой части. Ну, а офицерам и прапорщикам данной части, нашей части, желаю всего, чтобы часть была лучшей в войсках, во внутренних войсках нашей Беларуси. Честь, достоинство, долг. Профессиональное кредо офицеров и солдат воинской части 5526. В свой 20-летний юбилей уполномоченные поддерживать общественный порядок уверены. Актуальность и важность данной структуры с годами не ржавеет. Важно, чтобы военнослужащие помнили. Предназначение внутренних войск – быть примером для подражания во все времена, жить по законам чести, следуя кодексу достойных, выполнять свой долг перед обществом, родиной, семьей и перед самим собой.